В Минцифры Коми новый руководитель с 8 апреля на должность первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики назначен Виталий Осипов. С этого же дня приказом Минцифры он стал и исполняющим обязанности руководителя ведомства. Виталий Осипов родился в 1981 году. В 2002 с отличием окончил педколледж номер 1 имени Куратова по специальности юрист. А в 2005 опять же с отличием Сыктывкарский госуниверситет по специальности юриспруденция. Имеет многолетний опыт работы на государственной службе. Начинал с должности специалиста первой категории межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 6. До перехода в Минцифры работал заместителем начальника отдела управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми.